Значит, ребят, всем привет. Как всем известно, ну всем практически, основным, кому ну неизвестно, это типа дизлайщики и недоброжелатели, которые нихера не знают и абсолютно точно знают, что сейчас мы его обосрем. Поняли? Сейчас нихера не понял, но короче будет интересно. Значит, смотрите, вот это видите, это рай. Вот он, рай, он яркий такой, туда, все для вас, все для тех, кто не желает одевать бахилы и шаландаться по всему магазину. Мы для тех, кто этого не желает, придумали супермагазин для таких, как они. Значит, смотрим. Вы в магазин уже можете не заходить. Для вас конкретно, для дизлайщиков и для тех, кто не готов одевать бахилы, придумали вот такой вот очаровательный магазинчик. Вы далеко ходить, сука, не надо, поняли? Ля, стоите там, короче, за пределами магазина, вот там, короче. Звоните в домофон, типа, я приперся посмотреть. Хорошо, хер с ним, заходим. И вот тут начинается ваш, собственно, магазин на 2 квадратных метрах. Вот тут будет дверь закрыта. Вот тут вы зашли. Посмотрели на гем. Бля, какой ассортимент изобилия товара. Это то, чем вы можете довольствоваться, если вы не готовы. Абсолютно. Не готовы. Придерживаться наших требований. Это те, кто не хочет категорически одевать бахилы. А почему? Они даже объясняют, как мы будем их одевать. Это же надо наклониться. А если мы наклонимся, корона выпадет с головы и покатится в магазине. Поняли, короче? И мы такие раз сразу. Да мы же такие с душой каждому. Ну, каждому пытаемся угодить и проникнуть максимально без всякого фанатизма в попку и прочувствовать вашу желаемую прям максимально посетить наш магазин. И мы придумали, ля, 2 квадрата, а хули, ля, пришли такие. Нет, занавеска будет открыта, здесь освещение на максимальном уровне. Ля, тут будет ярко. Вы такие, так, а хули у нас сегодня в продаже. В вашем магазине вы можете все что угодно. Здесь все грязно, но я-то в тапках, а вы-то будете в грязных сандалях. Нам похер, без бахил сюда зашли. И шаландайтесь по всему магазину. Ля-лян-парам-пата. А что тут, диски такие, ля-ля-ля-ля. Посмотрели, краны нахер не нужны. Но ассортимент должен быть же, ёберный валя. Смотрите, зима близко, поэтому все для вас. Вы, если хотите, обогреватели. Раз, два, сука, изобили обогреватели. Дальше берете хлебальник, поворачиваете на, а хрен его знает, 180 градусов. И такие... Изобилие! Ах ты! Ля, газеты можете приобрести, экспрессу, новости. Там, если копнуть глубже, будет экспресс-клуб. Все для вас. Но поймите правильно, мы эти полочки немножко отсортируем, освободим сюда немножко товарчика. Ну, якобы ассортиментик такой, чтоб был уже шикарный. Поняли, короче? Ля, вот так вот расклебенили. Навыбирали. Плафоны себе вместо корон, сука. И... почапали на, короче, модный, сука, в обнимку с обогревашкой. Поняли, короче? Ля, тут корона из корон. Вы такие на башню себе одели. Глядите, вот это вы, сука, модная, бля, вообще вы. Вы видели, какая глубина? Вы, да вы какой-то король словно будете по городу, ля-ля-ля-ля-ля. А дальше, если хотите проникнуть сюда и дальше погулять, поняли, чисто конкретно придется одевать бахилы. Поняли, короче? И если только вам достаточно этого ассортимента, конечно же, а хули заходить лишний раз? Бабусики вот тут оставили, а хули, здесь няньки нет. Надо купить, бабки достали, положили здесь все красиво, корону забрали, короче, поняли? Для тех, кто готов обувать, спокойно себя вести в магазине, пожалуйста, открываем дверь эту, вы такие. А
Что это так? А что же это тут? А де бахилы, молодой человек? А, шо воно таке, йо? А де це я, молодой человек? А куда я должен, а де бахилы тут? Які такі бахилы, яких вообще води? Вдівати бахили. Ти де я б мене не бачу бахилов? В упор не вижу, где ти бахили. А як всім известно, ми спеціально начеркали вот такую брошуру. Ее не заметить, сука, невозможно. Для всех, даже для самых дальнозорких. Повесили для того, чтобы вы видели. Ау! В этом пакете, охренеть, взяли. Это не общак, это не общее. Кто-то поносил, положил. А если кто-то положил, мы вытянули. Но те, кто положил сюда, мы обязательно чисто сказали, чтоб ноги вашей типа здесь не было. Поняли, и все, одели бахилы. Если жопа не держится на ногах, поднесли ее к этому очаровательному стулу, увалили зад и начали натягивать. Мяу! Никаких своих тапочек, смены обуви здесь быть не должно. Только наши бахилы. И посещение в бахилах всего лишь 15 минут. Хотите продолжить посещение? Берем еще раз бахилы. Бахилы всего пара, 5 рублей. Подписывайтесь, чтобы нихера не пропускать. И обязательно поставьте лайк. Ох, какая неделька задастся. Ролик за роликом, сука, только успевайте. Единственное, что, напоминаю, в Инстаграму заходим. Значит, в Инстаграме будет первое. Все новинки, которые выходят у нас на Ютубе, нам нужно подписчики на Инстаграме. Вы спросите, а нахера? А я у вас прошу, действительно, а нахера они всрались? Подписываются? Хорошо. Нет их? И тоже без них справляемся. Чисто для вас. Чисто вам, если надо, новинки не пропускать. Подписались на Инстаграмочку, все дела. Мы заливаем сначала новое видео, которое должно появиться на Ютубе, в Инстаграм, минутный ролик. А далее это все на Ютубе. Продолжение следует. Поняли, короче? Продолжение на Ютубе. В Инстаграме смотрите, продолжая смотреть на Ютубе позже. Но уже анонсик какой-то, начало видео вы секете. Короче, ля, я такой модный. Ну, не в смысле я. Не я за себя, я вообще так никогда не... Вы сидите такие, сука, модные. Ля, я уже знаю информацию. А кто-то, а не знаю, кто у кого-то ж Инстаграма нет, а я модный, короче. Мама, пошли, возьмем соковыжималку, мама, а потом ее просто возьмем и вернем. Мама. Сука. Всем пока.